Ну і власне, ще тоді, коли він якраз оголошував нібито своїми території українські, тоді він знову ж таки нагадав про переговори, що, мовляв, вони за переговори, втім, що не будуть вже обговорювати території, які вона анексовується, взагалі смішно. Ну, а також нещодавно і Пісков сказав, що вони будуть чекати зміну позиції Зеленського або ж нового президента, який змінить свою думку. Ну, власне, для кого такі заяви зроблені, тому що, звісно, що ні на Україні, ні на нормальний світ це не подіють такі слова. Это заявление было из серии «сам дурак», потому что Зеленский четко дал понять, что с Путиным никто не будет уже разговаривать, будут разговаривать с новым президентом. Кстати, этот посыл был и российским элитам в том числе. Хотите как бы решать вопрос, давайте дворцовый переворот запускайте, как минимум, механизм, потому что с этим никто разговаривать не будет. И ну, все понимают, что да, но он же абсолютно алогичен. Он алогичен, он дергается, как, простите, как свинья на веревках, и хаотично принимает решения. Из разных планов вырывают куски, и говорят, это сделаем, теперь вот это, давайте еще миллион, давайте закроем границы, вернуть всех обратно, арестовать, посадить, включить репрессионную машину. Ну, то есть, и от этого хаоса бегут. По разным данным, по-моему, 1800 уже с момента объявления мобилизации выехал. А никто же не посчитал экономический эффект. Ну, то есть выезжают самодостаточные, состоятельные, обеспеченные люди. Мозги, главные мозги России утекают. Я не говорю про айтишников. А плюс эффект от мобилизации. Кто-то посчитал, явно там 1800 планируют мобилизовать. Давайте представим, там приходят на предприятие, на котором 500 человек работают, и выдергивают уникальных специалистов. Наладчика производственной системы, промышленного альпиниста, не знаю, директора по продажам, закупкам. Вы замените этих людей? Никто их не заменит. Ни за месяц, ни за два. Рвутся цепочки бизнес-процессов на всех предприятиях. Гребут всех подряд. Это уже ни для кого не секрет. Вот эффект от этого никто не прочитал. Не зря Набиуллина уже сотый раз подает в отставку и планирует сбежать, но ее все никак не отпускают. Ну, то есть вот внутренние механизмы разрушения до конца еще не оценены, их эффект еще не понятен, но они запущены уже.